have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Сегодня мы в Natural Disaster. Вали отсюда, консолиголовый. Блин, тут есть определенные люди, которые любят бесить других людей, которые, наверное, хотели бы просто видеть, как весь мир горит в огне. Я почти скинул консоль. Нормально. Но та забоялась. Меня ладно. Консоль скинула. Видишь, консоли — это зло. Я всегда это говорил. Да. Хорошо, следующее. Ланчленд. Блин, сейчас кто-то улетит. Я хочу улететь. Я улечу. Это будет полный улет. В общем, фишка сейчас, кто быстрее просто доберется до кабины, отрубит мостики, свалит отсюда к чертям. И это надо сделать поскорее. Я уже дохожу до кабины. Нет! Блин, началось какое-то торнадо. Я умер, потому что какой-то дебил нажал на кнопку, и он упустил мостик. Все? Ракета не улетит. А ракета теперь не улетит. Смотри. Блин, ну какой дебил это сделал? Зачем? Тот, кто добежал... Да блин, консолиголовый придурок вообще задолбал. Ты и тут меня сталкивать будешь. Иди отсюда. Ракета улетела. К Посейдону. Как она боком-то улетела? Ну, такой, валим боком. Опа, у вас затопление, что ли? Флэш-флуд. А, быстро. На вершину надо. Сейчас будет затопление. Блин, это мой любимый режим. Затопление. Ну, блин, ну какого фига? А ты, типа, упал и разбился, что ли? Да, потому что какой дебил взял и спустил мостик. Я забыл, что тут есть урон от падений, блин. А, фух, блин. Чуть не выпрыгнул сам к черту. А, блин. Ладно. Да, затопление. Но по идее у нас достаточно высокая точка, нам должно хватить. Нет! Нет! А почему она упала? Минуточку. Вода же так не работает. Она же просто поднимается. Она же не должна была разрушить все. Но она же разрушила. Ну не должно же было же. Как бы же. А, ладно. Столкнул чувака. И чё, мы радуемся? А? Я хочу скинуть консоль. Без выживших. Ну, понятно, что без выживших, когда вы делаете такую подставу. Но, на самом деле, этот режим всегда был такой. Тут не гарантировано, совсем не гарантировано, что ты выживешь. Тут абсолютный рандом. Собственно, за это нам и нравится, если чё. Тут бывает довольно весело. О, сразу светлая погодка, сразу все хорошо. Ага, тюрьма. Тюремная паника. Консоль летела. А, нет. Какого фига я заспаунился прямо на сетке? Мне же больно. Кто тебя знает? Может, это... Тебе нравится сетки? Я хочу пойти и сфоткаться, и пойти в тюрьму, да. Я на башне побуду. Так. Итак, давай посмотрим. Это ну, смотри, будет. На башне пока что выглядит довольно безопасно. Мы еще не знаем, какой... Мы еще не знаем, что за дизастер будет, да. Сейчас нам об этом скажут. Но пока что здесь все выглядит довольно-таки неплохо. Так, комната переговоров. Может быть, допросы? Да. Что? Ой! Землетрясение! Как я удачно-то упал. Блин, иди, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, меня об сетку бросило, потом об пол бросило. Тряси земление. В уголочек меня, пожалуйста, чтобы ничего на меня не упало. У меня пол хпшки осталось. Блин, пожалуйста, встань. Спасите. Прикинь, ко мне подполз стульчик, и я на него автоматически сел. Просто серьезно, ко мне подполз вот так вот стульчик, и он такой, хопа, посижу-ка я, наверное. Тряси земление. Я думаю, что сейчас просто какая-то плита бетонная на голову упадет, и вот это будет полный рипчик. Так что надо валить. Валить надо. Я на дереве сижу, мне хорошо, оно не дрыгается. Дерево не дрыгается. Это как это? Ну да, вот так это.
Не надо меня на улицу выпихивать, блин. Чувак, это, чувак, 737 пытается меня на улицу выпихнуть. Да хорош, блин. Это знаете, когда в плохих фильмах пытаются заснять драку, и камера ведется вот так вот, вот так вот, вот так вот, и ты не видишь, в конце концов, кто кого бьет, и кривой монтаж, и всякое такое. Так вот, да, это... Люди, блин, специально ищут землетрясение, едут в этот район. Кто? Стена приближается. Какая стена? Ну, я выжил. Есть. Ну вот видите, в прошлый раз никто не выжил. Сейчас выжили, ну, все, по-моему. Вообще все. Не хотели, чтобы я пересек границу. Смотри, как тюрьма подвинулась. У нее вон башня стала висеть прямо над морем уже. Она вся такая тряслась. Если бы я остался в этой башне, наверное, меня бы все-таки выкинуло. Можешь выйти, можешь ты нет. Жизни мне восстановить, а? О, солнечное ранчо. Солнечное ранчо. Ну-ка. Ну, мы все знаем автоматическое место, куда надо залезать. В трактор? Нет. Да потому что трактор ездит. Теперь, если вы помните, ребяшки, здесь все транспорты ездят. Это прикольно. Это что это? Это торнадо или что это? Кому надо? Ну, тут... О, блин, понятно. Залазим срочно в домик. Что? Что это? Песчаная это... буря? Песчаная буля. 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 Песчаная буля. У меня жизни не восстановились. Блин, ну я еще и упал, серьезно. У меня жизни не восстановились с прошлого раза. Никто не хочет додуматься, там, например, на крышу залезть, где меньше всего воздуха, где все будет хорошо. На крыше меньше всего воздуха? Ну, то есть не на крыше, а вот поднимись наверх, вот по лестнице внутри. Уворачивайся от летящих объектов. Что за... Ну, я пока в сарае, мне пока вроде как неплохо. Как ты уже умер? Смысле? Ну ты же был самым умным там у нас, да? Так, я думал, что это я кочурился. Нет, я пока живой. Ты не должен был умереть. О, этот компьютероголовый. Блин! Сено улетает! Сено, на котором я стоял, улетает. Джон Сена! Тун-тун-тун! Нет! Спасайся, спасайся! Я застрять! Слушай, останься под этими обломками, а? Ай! Меня только что черепицей фигануло, но я вроде пока что жив. Ай! Вот теперь убило. Ну блин, у меня этих... Это было бы на самом деле ирония, если бы я выжил. Мне жизни оставалось вообще сопелька. Я еще в самом начале умудрился с крыши упасть, вообще себе жизни подрезать. Да. Где оно там? Я не вижу. А, вон, вижу. Вижу, что не вижу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А еще и выжившие есть, вы офигели. Это вообще законно. Где они были? Я не знаю, кроты, знаешь, у нас есть крот. В прямом смысле, он закопался под землю. Ай, блин. Слушай, что если улететь на ракете, но при этом залагает так, то что ракета улетит ровно на эту башню? Не. И в полете залезть на эту башню, а? Ну, это как бы нереально, наверное. Реально, реально. Я делаю вещи поопаснее. О, это гоночная трасса! Дайте мне мой карт! Я тоже хочу карт! Дан-д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 ан. Я могу к тебе залезть. Можешь, но сесть не можешь. Поехали, вези меня. Давай, давай, гоним, шеф, гоним. На, блин, какие-то эти пешеходы на дороге. А-а-а! Машина свободная. Кто взял машину и не поехал, мне вот интересно. Дайте я устрою гонку, да уйди ты. Блин, люди, ну что вы делаете? Минутку, получается, я не... Получается. А, я не могу тут заехать, я понял. А что это там? Надо с разгону... Ну, с разгону... Опа, а, спасибо. Слушай, слушай, сейчас наводнение будет. Наводнение. Блин, да пофиг наводнение, у меня машинка. Минуточку наводнения. А куда тут за... Ой, блин. Тут надо сюда запираться, чтобы наводнение. Блин. Залезьте уже! Нет. Nope.
Он двоих утопил уже, хорошо. На флаг надо, на флаг. Да не надо вам... Нет! Какой дебил меня скинул? В смысле дебил? Штука развалилась, если что. Я в воде еще могу жить. Я живу. А почему я не плаваю в воде? Ты задыхаешься в воде. Я почти... Блин! В смысле? Смотри, 2 секунды оставалось, я почти выжил! А я почти нашел территорию, куда залезть. Я почти выжил, блин, если бы я не так долго провозюкался под водой, я бы выжил, это было бы, да. А если я бы немножко побыстрее... А если бы до кобы, там Артур росли грибы, да. Там прям миллиметр оставался. Так. Такой маленький человек. Маячок у нас будет, да? Маячок-морячок. Ну что ж. Так, я понял мою цель. Паркур, паркур. Вижу цель, не вижу препятствий. Самое главное, чтобы не было землетрясения. Если землетрясение будет, это вообще... Ой, тут вещи сушатся. Надо бы собрать вот это вот. Тут синяя футболочка есть. Такое ощущение, как будто будет торнадо. Оно вам надо? Это торнадо? Нет. Так же много умных людей. Мы все полезли на самую верхнюю башню тут. Фух. Объявляют, сейчас будет молния, и я стою, блин, на самой высокой точке, и мне прям в репу молния прилетает, и как раз репа отлетает. Опасно, я на башне, мне плохо. Как бы да, я сейчас слился, но это такой эпичный слив был, офигеть. Молния. Мы с чуваком вдвоем стояли на этой лесенке, нас двоих быстренько на спаун отправило. Это плохо. Я сейчас на самой высокой точке, вот башня. Я тебя вижу. Я тебя вижу. Это вот ты торчишь? Да, это я торчу. Ага. Я не в лампе, если что. Не в лампе. Не в лампе. Не в лампе. Не в лампе. Ой, блин, это было сейчас просто что-то. Если сейчас я умру, этот чувак еще умрет со мной. Смотрите, ребят, я только сейчас заметил. Я не знаю, было ли такое в Роблоксе раньше или нет. Когда ты отдаляешь чувака, у него имя становится меньше, когда приближаешь больше. Это, в принципе, логично. Я просто раньше не замечал этой механики. Да, это всегда было? Да. Офигеть, вот можно столько лет играть в Роблокс и не знать, что такая штука существует. Я выжил. Да я вижу, вы там дофига выжили. Я думал, я только чуваком какой-то женщины с самой верхней баечки вижу. Блин, да, я слился, но это такой эпичный слив был. Это было просто... Да, прям удачи. Премию Дарвина мне, пожалуйста. Удачи 999. Вообще не говори. Так. Что это? Школа? Школа? Старшая школа. Школа, чувак, вот. Вот ты на каникулах, а тебе все равно говорят, иди в школу. Да ну нафиг. Иди в школу. Ну нафиг. Где тут твой класс, показывай. Его тут нет. Вообще буря будет, срочно залазить в туалет. О, песчаная буря. Нужно залезть в какой-то туалет. Нужно Фига ли у меня жизни-то отняли, за падение что ли? Надо срочно залезть в девчачий туалет, там нифига не воняет, там по-любому окно не открыто. Как мало ты знаешь. Так. А, нет, тут окно открыто, ну нафиг. Почему я не могу на стульчик сесть? Так. Хотя нет, тут нет окон, тут вообще нет окон, все. Я сижу в туалете. Знаете, в чем прикол? Каждый раз, когда я вижу вот эту надпись, Sandstorm, и у меня в голове каждый раз ту-д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 у. Ладно, короче, чтобы меня не заблочили, но вы поняли. Те, кто понял, те понял. Те, значит, полды. Я отвечаю в туалете, все. Тут унитаз забитый, или мне кажется? Он забитый.
Знаете, в туалете выглядит довольно-таки безопасно. Я, наверное, постою здесь. Сортирные приключения, Оладушка. Чаще в туалете, слушай, гораздо безопаснее. Он наносит тебе не физический урон. Девчачий туалет наносит тебе моральный урон. Ты получаешь урон от унижения, то, что ты сидишь в девчачьем туалете. Вот. То есть ты такой, да, я остался жив, но зачем? Если я прятался в девчачьем туалете, лучше бы я сдох. Блин, дверь говняной стала. Заляпало чуть-чуть, да? Кто-то сидел и обосрался. Дверь стала уже полностью коричневой. С другой стороны, когда происходят какие-то страшные вещи, то туалет — это лучшее место, чтобы прятаться. Если ты случайно испачкаешь свои штаны, ты, по крайней мере, будешь уже на месте. Тебе не надо будет говорить, я не добежал. Ты добежал, вы достигли своего пункта назначения, все нормально. Блин, минутка коричневого юмора. Говняная дверь хочет упасть на меня. Блин, перегородки ломаются. Не ну надо. Иди лечись, что ли, тут вообще ничего не сломалось. Нет, все нормально, все выжили. Даже Рохлик. Блин, чувак, Рохлик, как ты догадался назвать себя Рохлик? Рохлик 136. Стоп, он не догадался. Это имя уже есть, раз он написал в конце 136. Нет, возможно, это что-то значит. Возможно, он родился 13 числа 6 месяца. Может быть. Или 136 года. Кто знает. Опять школа? В смысле? Хорошо, давайте опять школу, только другое это, катастрофу. Все, опять девчачий туалет. А вон шкафчики можно залезть, а? Нет, я уже пробовал. Это была моя первая идея, что в шкафчики можно залезть, это было бы крайне хорошо. 3 минуты до начала урока. Давайте, ребят, поторопимся. А, нет, стой, это секундная стрелка. А, минуточку, час 15, наоборот, только перемена началась. Все нормально. Можно бегать по аудитории. Итак, дорогие студенты, сегодня у нас лекция на тему «Как выжить при наводнении». Садитесь, пожалуйста, берите свои конспекты, я вам расскажу, как все происходит. Садитесь, пожалуйста. Цунами. Цунами. Так, как вы там на крышу забирались? Так, я один знаю наилучшее место, потому что я знаю, как забираться на крышу. Наилучшее место — это просто высоко, понимаешь? Здесь я вон вижу, какое у тебя наилучшее место. Блин, спасите, где же лестница? Где? Че, все, задница? Задница. Ну что, всегда была эта лестница? Я слышу, как она приближается. Да, я тоже слышу. Блин, как они на крышу забрались? Я знаю, как на крышу забраться. У меня нет времени тебе показать. А, ну нормально. Просто первый этаж школы смыло. Нормально. Второй же цунами не будет. О, смотри. Неплохо так. Оказывается, можно было просто перетусить на втором этаже, и было бы нормально. Выглядит довольно красиво. Новый проект школы выглядит довольно впечатляюще. Да. Один этаж. Теперь на крышу зато можно забраться. Я знаю, как на крышу забраться. Вот, все, я уже на крыше. Спасибо, я обойдусь без твоей помощи. Опа, я даже знаю, как на эту крышу забраться. Ну, все, как бы цунами-то прошло, а что так долго? Ну, хорошо. Пережил 25 крушений. 25. А сколько я пережил крушений? Не знаю, мне просто бэджик дали. Какой у меня бэджик есть? Так, 25 уже есть. 50 есть? 50 есть. Угу. Скоро сотка будет, наверное. Через 50. Школа! Ну, блин! Они прям хотят напомнить про это. Сегодня судьба прям против тебя. Ладно, иди со мной, на крышу залезем. Прикинь, сейчас опять молния будет. Да не, ну какая молния? Не фантазируй, не каркай. Как бы... Кар! Кар! Что на этот раз, Думаю, на что? Торнадо. Так, ну-ка, что в этот раз? Был уже песчаный шторм, был цунами. Что еще на этот раз школу Погоди-ка, будет разрушать? Погоди-ка, слушай. Слушай. Что? У меня тут появилось очень крутое местечко. Что?
Нет! Молния! 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 Я не зря каркал! Я не зря каркал! Надо было свой каркальник держать закрытым, блин! Я чуть не убился. Я еще стал опять на самое высокое место, чуть не отлетел сходу. Каркар! Блин, а я очень крутое место выбрал. Мне еще ни разу молния не попала. Как бы, в смысле, вот, смотри, ни разу. Она попадает, в принципе, один раз. Вернись обратно в этот класс. Ты там наверху? Хрюх, хрюх! Вижу, вижу. Черепица падает. Ай, 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 ай. Пойду-ка я на первый этаж. Стану здесь где-нибудь. О, кабинет директора? Нет, это просто класс. Угу, спасибо, спасибо. Первый этаж в данном случае самый безопасный, я так понимаю. Я на втором этаже тусуюсь, мне хорошо, никого нету. Так. Я вообще на третьем этаже, так-то, я на крыше. Так-то третьего этажа нету, но так-то да. А, я теперь только понял, как ты отличал мужской и женский туалет. Он синий и розовый, ну, я да. Понял. Кстати, в туалете крышу не прорвало еще, хорошо. Хорошо. А, тут кто-то есть! Занято! У туалета нет крыши, это всего лишь пол другого этажа. Да. Фух. Тот случай, когда ты сидишь в соседней кабинке с чуваком. А, мы выжили, все нормально, все хорошо. Это было легко. Я думаю, единственное... Школу пережили два раза. Три. Первый раз я нет. Меня тогда завалило за этим песчаной бурей. Хорошо, ребятушки, вот такие у нас сегодня получились побегушки, убегушки, обосратушки, все дела. Вот, ладно, до встречи в следующих играх, в следующих режимах. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.